Бегу, лечу. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Никого нема, это меня радует. О, и тут никто не ховается. Выдатно, покуль идти еще так, как я хотел. Ой, нарешьте, мы проведем час незабывно. Я нарешьте расскажу всем про себе. Хопить уже молчать, про чему уще повинны ведать. Хлопчики и девчинки, а че ведаете вы, кто такие Чома? Ваш Чома – герой. А герою что треба нечь обовязково? Правильно, медаль. Заслужил я ночик у нагороду. Привитание усил. Еще провели час и поговорили. А что это тут за верхол? Тёма, это ты нарабил? Прибери за собой и худенько. Тёма, что за поводины? И не соромно тебе? Тёма, что с тобой? Дражница, кривляется, ну и хай. Только вы так николи не робите, это вельми непригоже. И ведаешь что, Тёмочка? Ой. Ты что ж это такое сегодня отбывается? Тёма! Тёма? Тёма, я зараз тут приберу! Давай разом погуляем! У солдатиков? У солдатиков не цікаво! Погляди, який у меня пригожий цацки! Вот это пригожий цацки! Боже, вельми пригожий! И няма чаго з них смеяться! А мне яны не подобаются! Потому что ты у цацках? Ничего не разумеешь. Что? Что чу? Тёма? Тёма, а что с тобой? Дивный ты некий сегодня. Ну, Тёма, а коли я погоджусь погулять у солдатиков, может, тебе станет лепей? Ну, добро, давай гулять у солдатиков. Няси. Что? Солдатиков няси. Потому что... Ой. Ты что ж такое робится? Привитание всем! А что у вас тут такое отбывается? Яночка, ты что, плачешь? Что? А с Тёмом что такое? Ой. Яночка, давай ты поспробуешь супокоиться и все мне расскажешь. Так, подробязник или ласка? Вось, здаецца, толькі ўсё было добра, а раптам усё дрэнна. Ён невядома, чаго перастае нармальна размаўляць, а толькі мычыць і падае. І што, ні з таго, ні з сяго? Як я сюды прыйшла, з нашым Тёмам усё было добра. А калі я папрасіла прыбраць цацкі, якія ён параскідаў? З ім адразу нешта дзіўнае здарылася, так? І зараз, як я разумею, у яго зноў прыступ. Здаецца, я пачынаю разумець, што гэта за прыступ. Праўда? Так. І што з нашым Тёмам? Як добра, што я ведаю, як трэба лічыць прыступ хітрасці і ляноты. Што? Якой ляноты? Якой хітрасці? Ну, вось, і зноў нармальна загаварыў. Самы звычайны ляноты і самы звычайны хітрасці, Тёмачка. Ну што, сам з імі справіся? Ці мне табе дапамагчы? Ты падумай, Тёма. Яночка, слухай, а якія ў цябе на заўтра планы? Яшчэ ніякіх. А ў мяне да цябе прапанова. Якая? Давай разам сходзім заўтра ў кіно. Ха! Выдатно, домовились. А я
так само у кіно хочу. Але вибачай. Гэта вы мяне вибачайте. Яна, ўсё со мной добра. Я спецыяльна так сабе паводзіў, каб мяне ніхто не турбаваў рознымі заданнямі. Прыбяры, прынясі, аднясі. Чом? Я не буду больш нічога выдумляць. Возьміце мяне з сабой ў кіно. Яна, што скажаш? Ну, давай возьмем. Тёма ж сказаў, што больш так сябе паводзіць не будзе. Ніколі. Давайце тады так. Заўтра кіно, а сёння менавіта зараз мультфільм. Ура! Глядзім, сябры. Эх, ну што, сябры, надышоў час развітвацца. Мы жадаем усім добрай ночы. І салодкіх снов. Дабраноч. Баю-бай, разом с нами засынай.